Она не крепкая, она 25 градусов. На корпоративе было 40 градусов. На корпоративе было 40 градусов. Я, короче, не знал, думал, фигня какая-то. Я просто не могу рисовать ничего. Почему? Нет фотоаппарата. Саша, я тебе сказала, если хочешь, поехали, купим тот. Давай купим нормальный фотоаппарат. Саша, я тебе сказала, у меня денег нету. У меня на это Ладно, денег нету. давай купим тот. Ну так надо ехать и покупать, а не думать, да. а не сживать сопли, сидеть, лежать на хвостиле. Я занимаюсь ничего. Творчеством все время. Где ты занимаешься? Я импровизирую, я творчество. Я пением занимался, вокалом. Вся моя жизнь творчество. Я не могу без творчества. Схожу с ума. С чего бы я начал пить, если я пью только от безысходности. Ты будешь вермишель тебе разогревать? Не хочу. Не будешь есть? Не хочу, вообще? Я не хочу ничего. Вообще ничего не хочешь? Нормальную еду можешь сделать. Какую, например? Суп разогреть? Хоть суп. Ну, суп, каша. Кашу еще. Я россиянин, нормальный россиянин.